Дорогие друзья, вот с такого плана, с плана ледовой арены Академии хоккея имени Владимира Владимировича Петрова, что в подмосковном Красногорске, начинаем мы сегодня прямую трансляцию одного из двух последних матчей регулярного первенства «Паримач. Молодежная хоккейная лига». Семь защитников играет сегодня «Атлант». Васильев один-единственный. Что, попала шайба в ворота? Да, «Атлант» принимает поздравления. Вам, пожалуйста, ответ на мои вопросы. Но время на бросок еще есть. Иритян. Бросал Новиков. Вновь Иритян. Ну вот. Я даже затрудняюсь вам сказать, дорогие друзья. А тут и третья шайба. Гутик. Шикарный бросок. Данил Гутик великолепно бросил. И очень технично он это сделал. Вы сейчас увидите, дорогие друзья, он поднял шайбу под перекладину. Шесть набранных очков, но 38 шайб, а Тринеев делает счет 4-1. Вновь добивание и вновь, по-моему, шайба от каркаса ворот отскочила. Честно говоря, ну, не то чтобы тревожно становится, да? 5-1, да. Динамо громит соперника. Просто громит соперника. И что, на этот раз вновь Тринеев. Первым успел к шайбе. И хороший пас. Недаром в народе говорят, хороший пас не пропадает. Михайлов и Калашников за шайбу спорили, а в результате ее подхватил Дитковский, вышел один на один и сделал счет, ну уж совсем неприлично. Тринеев. Автор дубля. Восемь один.
Не знаю, где раньше закончится матч у нас или в крыльях. Девять-1, но это уже кошмар. Кошмар. Катастрофа в Красногорске.